В Мурманской детской музыкальной школе номер один занимаются больше 450 учеников. Это одно из старейших учебных заведений в регионе. Ремонт и обновление зданию и помещениям требуется довольно часто. Чтобы обсудить планы на следующий год, глава Мурманска встретился с руководством школы. Необходимо развитие с точки зрения современных технологий. Необходимо обновлять мебель. И именно здесь об этом говорим. Мы сейчас будем делать теоретический класс, очень необходимый для образовательного процесса. Он будет сделан в 2023 году, деньги в бюджете заложены. В первую очередь музыкальной школе требуются новые инструменты. Покупка рояля – это мечта каждого ученика и преподавателя здесь. Старый отслужил уже десятки лет, и ему пора уходить на пенсию. Но замена стоит не меньше 5 миллионов. Пока таких средств для школы найти не удается. Более доступные по стоимости инструменты все же закупать удается. В этом году в школе появились 3 акустических и 3 цифровых фортепиано. Последние хоть и звучат более электронно, но, по мнению преподавателей, идеально подходят для изучения музыкальной теории и сольфеджио. Нам что важно? Что высота звука была точная, чтобы дети слышали точную высоту звука и исполняли, пели произведения, пели музыкальные номера по сольфеджио и также мы пишем диктанты. Есть у школы и бытовые нужды. Здесь уже обновили инженерные сети. В планах установка современного теплопункта с датчиками погоды. Теплоноситель с очень высокой температурой заходит нам в школу, и мы его не имеем возможности никак регулировать. То есть, соответственно, по всем трубам здесь у нас очень жарко. Независимо от того, что на улице очень жарко, соответственно, мы открываем окна, перекрываем краны, и это все от этого, конечно, страдает в том числе и инструменты. Современная система позволит школе сэкономить около 20-25% в год на счетах за отопление. Таким образом, установка нового теплопункта окупится за 2 года. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ-21+.